时间的弧线划分着边界，匆匆过的离别，像有雾气的怀念，放任我自己躲进了没你的陌生的世界里面。不过是再见，不过是再遇见，离开你的改变，尽可能的轻描淡写，然后怎么辩解重复在回忆里祭奠的那些从前。34-я серия. Скажи, как давно мы ужинали вместе? Ты вдруг поняла, что суета жизни не только подпитывает твою славу? В смысле? С тех пор, как ты присоединилась к компании, я видел только твое хмурое лицо. Ты выглядела несчастной. Мне все равно, насколько ты там знаменита. Меня волнует только твое счастье. Было весело проводить вместе время, каждый день ни о чем не беспокоясь. В любом случае, я, Су Минвэй, поддержу тебя, независимо от того, чем ты будешь заниматься и к чему это приведет. Не волнуйся. Алло, господин Сунь? Госпожа Хэ, у меня для тебя плохие новости. Какие новости? Рядом с отелем видели перелетных птиц? Верно, верно. Ладно, я поняла. Узнаю у своего босса. Снова господин Сунь. Теперь он звонит тебе как на горячую линию. Все еще в доме престарелых Цзэфэн? Он будет там неделю, ненадолго останется в том доме, зато узнал для меня много новостей. Я думаю, кто-то подсказывает ему, что делать. Ладно, тогда езжай и посмотри. Развитие горы Линлун в последние 2 года набирает обороты. Если правда там есть перелетные птицы, значит в Усу хорошая экология. Тогда я съезжу туда, хорошо? Я видел их. Я видел их, когда гулял этим утром. А где именно вы их видели? Думаю, где-то здесь. Может быть, здесь. А может, там. Господин Сунь, вы имеете в виду всю эту область? Эту старость, понимаешь, ничего не помню. В любом случае, скажи Сяо Ци забрать тебя. Вы точно увидите их, если прогуляетесь. Смотри, пейзаж такой потрясающий. Отличное место для прогулки. Господин Сунь. Господин Сунь. Уточка. Я думаю, вы с господином Сунем разработали стратегию. Ты слишком много надумываешь. Пожилым нравится, когда оживленно. Они просто хотят, чтобы их чаще навещали. Разве не ты ли говорила, стоит быть терпеливее с ними? А? Хочешь пить? Будешь? Я сделал чай с кумкватом утром. Сейчас дам тебе.
Не нужно. Хочешь? Выпей. Я правда не хочу пить. Разве работа не истощала тебя недавно? Нагрузка была бы меньше, не солги ты про перелетных птиц. Послушай. Похоже на стаю птиц. Экосистема Гарри Лин Лун в хорошем состоянии. Перелетные птицы и правда прилетели. Каких птиц ты видел? Кажется, здесь были воробьи. И я думаю... Согласно исследованиям, все птицы похожи друг на друга, если ты новичок в орнитологии. Сяо Жень. Давно мы так не проводили время. Сяо Жень Ци. Не спугни ее. Ладно. Кажется, только что к нам прилетал евразийский удод. Кажется, здесь много видов перелетных птиц. Стоит посмотреть. Пойдем туда, посмотрим. Хорошо. Хуэй. Не стоит впредь так шутить. Я понимаю. Мы очень близки друг к другу, верно? Такая атмосфера и подходящее настроение толкают на немыслимые вещи. Но, как видишь, мы знакомы уже много лет, верно? Мы росли вместе. Вместе спали, ели и знаем о постыдном прошлом друг друга. Но ты же не могла влюбиться в своего лучшего друга. Я прав? Ты ко мне что-то чувствуешь? Я чувствую. Признаюсь, я поспешила в тот день. Но после того, как мы разошлись, я поняла, что что-то испытываю к тебе. Ты был очаровательным. Но ведешь себя так странно. Мы же поцеловались. Почему мы не можем стать серьезнее? Проверим снова. Thank you.
Хуэй, на сегодня все. Можешь отдохнуть. Хорошо. Этот товар хороший, передай мне, когда закончишь. Конечно, без проблем. Что насчет этой флейты? Ли Хуэй согласилась помочь создать группу пожилых. Господин Сяо, она так уважает тебя? Думаешь, она сюда из-за меня пришла? Что ты пытаешься сказать? Я продолжу ждать Хэ Сяо Жань, пока она не согласится начать со мной сначала. Зачем говоришь мне о своих планах? Неужели считаешь меня конкурентом? Ли Хуэй пришла сюда сегодня, потому что была уверена, что ты придешь. Послушай меня. Я продолжу ждать Сяо Жань. Но вот Ли Хуэй, если будешь заставлять ее ждать, не знаю, дождется ли она тебя. Почему она сломана? Я не понимаю, о чем ты. Господин Вэй, вы пришли доставить духи? Спасибо, господин Вэй. Мы обсуждали песни, которые хотим спеть. Верно? Какие песни любит слушать молодежь? Я люблю старые, что-то вроде... Доброе старое время. Это красивая песня, я знаю ее, спою ее. Как могла я забыть? Продолжайте, продолжайте, я должен идти. Но, господин Вэй, я же не допела. Он занят, отстань от него. Давайте продолжим. Какие песни мы разучивать будем? Суй Минвэй, ты же не впервые открыл для себя любовь, зачем притворяешься? Ты поймешь, если это любовь, то ее нельзя контролировать. Видишь ли, я должен вернуться на фабрику. Я обсудила со старшим братом. Сказала ему, что хочу быть настоящим музыкантом, он согласился. Разве это не круто? Я недавно познакомилась со многими инди-музыкантами. Мне близка их музыка. На время я уеду из Усу. Буду путешествовать с ними, писать песни и даже петь с ними. Это здорово. Не волнуйся, мы же лучшие друзья, верно? Если будет нужна помощь, дай знать. Минвэй. Ты правда думаешь, что между нами ничего не может быть? Ли Хуэй. Я не рассматривал тебя как одну из моих девушек. И не рассмотрю. Thank you.
Сынок, попробуй жареный голубь. Очень вкусный. Взяла специально для тебя. Я позже съем. Посмотри на себя. Ты с детства такой. Всегда оставляешь самое лучшее напоследок. Но вот Хуэй совсем другая. Она сразу ест любимую еду. По совпадению, вам обоим нравится одинаковая еда. Поэтому она всегда ест то, что приберег ты. Сынок, давно я не видела Хуэй. Чем она занята? Мам, думаешь, я ненадежный человек? Это ты снова влюбился? Видишь ли, со мной такое впервые. Может, я не заслуживаю этого? Что значит не заслуживаешь? Да что с тобой, сынок? Что происходит? Денег не хватает? Ничего, я позабочусь об этом, хорошо? Вот, чтобы все съел. Я обещала устроить прощальный ужин, но Минвэй сказал, что не придет. Посмотри-ка на него. Теперь ты свободна, а он занят. Он избегает меня. Трус. Почему он тебя избегает? Я его поцеловала. А? Кого ты поцеловала? Я поняла, что влюбилась в него. Как это произошло? Расскажи-ка мне, что за любопытство? Так и все-таки. Пару дней назад я узнала, что Ли подписал со мной контракт, потому что Минвэй прислал мое демо для компании. Не знаю, что творилось у меня в голове. Может быть, я была очень тронута. Может, я просто увлеклась, но я подошла и поцеловала его. А уже когда пришла домой, я поняла. Он же всегда был моим другом. Мы всегда отдавали друг другу все без остатка. Так зачем я в этот раз взяла и поцеловала его? Я не могу понять. Не могу. Но я уверена в одном. Это просто шокирующее чувство, пробегающее по моему телу. Я влюбилась, точно. Очень сильно. Ты понимаешь, что он сильно изменился? После того, как влюбился в тебя. Стал верным человеком, неважно, полюбила ли ты его или нет. Что скажешь? Видишь ли, мы с Минвэем, мы просто... Остановись, я знаю, что ты скажешь. Между вами ничего нет, я знаю. Я не ворошу прошлое. Но между нами и правда ничего нет, нечего ворошить. Я верю тебе. Я знаю. Я помню, как в 6 классе один одноклассник меня обзывал зеленой гусеницей. Я так злилась на него, а на следующий день несколько гусениц нашли в его пенале. Мы его за это несколько дней дразнили, а он все лето обходил стороной любых гусениц. Это сделал Минвэй? Так похоже на него. А во 2-м курсе я влюбилась в рок-музыку и покрасила волосы. Но вышло так ужасно. Из-за этого все смеялись надо мной. Но вдруг перестали издеваться. Угадай, почему. Что случилось? Посмотри на это фото. Он привлек их внимание. Администрация школы заставила его написать объяснительную в 1000 слов. Он покрасил волосы в зеленый. Этот цвет просто ужасный. Перед этим я хотела бросить петь. Он вытащил меня в самое трудное время. Люди странные существа.
Озарение приходит в мгновение. И осознаешь все за секунду. Тоже и с его добротой. Я только заметила ее. Меня это впечатлило. Когда дело касается отношений, либо иди вперед, либо отступай. Только не притворяйся. Что ты имеешь в виду, иди вперед? Кое-кто избегает меня из-за моей активности. А это что за фото? Это? А это? Он проиграл спор, и я отстригла ему волосы. Оставила только эту часть. Ты жестокая женщина! Он долго ходил так. Почему его нет? Это Минвей? Где он? Написал, не придет, потому что занят. Как он мог? Я позвоню ему. Не надо. Он уже все равно не успеет. Ничего. Береги себя. Позаботься о себе. Я же не умираю. По-прежнему занимаюсь любимым делом. Позаботься о себе. Возвращайся скорее. Все, давай, пока. Позаботься о доме. Береги там себя. Я поняла. Приезжай поскорее. Иди уже. Минвей, я уехала. Береги себя. Что ж, на этом все. Можете идти, да. Сяо Ли. Почему Чэнь Фэйэр не пришла? Она в отпуске. Ей нужно уладить семейные дела. Поехала в Хупу. Что, как долго ей не будет? Около недели. Финансовый отдел выдал ей зарплату за 3 месяца вперед, поэтому ищешь? Нет, ничего. У каждого свои семейные дела. Извините. Нечего, проходите. Эду! Дядя Сяо Шаньцы! Таян, что ты здесь делаешь? Мне нужно в Хупу. Сегодня выходной, пожалуйста, посиди с ним.
Я позвонил Сяо Жань. Вернусь вечером или завтра. Слушайся, дядя Сяо, хорошо? Я пойду. Тайян, составим план на наши выходные? Конечно. Хорошо, пойдем. Снова набрал вес. Как смеешь нападать? Ты так вспотел. Дай-ка. Интересно, что случилось с семьей Фэйр. Надеюсь, все решится. Неважно, что произойдет. Теперь Чэнь Фэйр сама справится. Я тоже думаю, она хочет решить все сама, поэтому не сказала нам. С ней Лин Цзун. Это несерьезная проблема. Уже поздно. Тайян, когда ешь, ступай ложись спать. Ты пойдешь с нами? Я? Я думал, ты почитаешь мне сказку. И еще, я думал, ты останешься с дядей Сяо Шань Ци. Тайян, хочешь, я останусь с тобой на ночь? Можем посмотреть много мультиков. Поиграем в игрульки и выпьем всю газировку. Правда, что ли? Но папа говорил мне, что дети не должны пить много газировки или смотреть много мультиков. Вредно для глаз. Я лучше послушаю сказку тети Сяо Жань. Тайян, я тоже могу рассказать тебе сказку. Перед отъездом папа сказал, что тетя Сяо Жань лучше всех рассказывает сказки. Хорошо. Давай так. Я с вами поеду, а когда ребенок уснет, я уйду. Я расскажу тебе сказку, хорошо? Хорошо. Дай-дай, скоро поедем домой. Все наладится, сынок, все будет в порядке. Я отправила. Фэйр, как вовремя ты вернулась, иначе бы твой брат погиб. Да. Такие жестокие, избили бы до смерти его. Посмотри. Фэйр, где ты была все это время? Посмотри, как его избили. Его медицинские счета в будущем. Это в последний раз. Что ты имеешь в виду? Бросишь своего брата в беде? Именно. Твой брат не стал бы занимать у них деньги. Одолжи ты ему их. Вот именно. Зачем вы меня родили? Ты... о чем ты говоришь? Вы плохо обращались со мной с самого детства. В плохом настроении вымещали на меня раздражение. Когда вы уставали, я заботилась о вашем сыне вместо вас. Даже заплатив за мои школьные сборы, вы заставили меня написать контракт, по которому я выплатила бы вам в 10 раз больше. Но я должна поблагодарить вас. Если бы вы не испортили мою нелепую свадьбу, я бы не была там, где я сейчас. Поэтому я и навела порядок в хаосе, созданном вашим любимым сыном. Это мой последний подарок вам. Фэйр! Фэйр! Почему ты выключила телефон? Я взяла отпуск на неделю. У меня еще есть время.
Мой брат проиграл крупную сумму. Его сильно избили. Тебя тронули? Я выгляжу так, будто меня избили. Ничего, невелика проблема, если ее можно решить деньгами. Возвращайся со мной. У меня нет с собой документов. Заставив меня оплатить его медицинские счета, родители украли кошелек. Я приеду завтра. Подожди. Ты что делаешь? В чем проблема? ФР, ты бессердечная девчонка. На самом деле, быть счастливым – удивительный навык. Это неудача или судьба. Однажды… Однажды ты сама это поймешь. Не только внешность. Ты во многом лучше ее. Предположим, ты проживешь до 100 лет. Тогда… Это четверть твоей жизни. Просто однажды ты свернула не туда. Но тебе еще предстоит пройти долгий путь. Ты можешь жить так, как захочешь. Дай-ка. Больно. Почему ты такой глупый? И что с того, что они забрали мою сумку? Я пойду в полицию и завтра восстановлю документы. Сообщу об утере банковской карты. Речь не о сумке или документах. Я не позволю им так издеваться над тобой. Я должен был сказать им, что заступлюсь за тебя и что у тебя есть на кого положиться. Видишь, я всегда говорил, что привык быть отцом. Если кто посмеет запугивать Тайяна, как его родитель, я обязательно за него заступлюсь. Не говори, что хочешь стать моим родителем. Хочу стать семьей. Булочки тут не такие вкусные, как те, что ты готовишь. Давай вернемся завтра в Цзифан. Хорошо. Сяо Джу продолжала плакать. Но когда ей надоело, она вытерла слезы и сказала, нежно держа книгу: «Спасибо. Ты защищаешь меня. Я никогда не забуду время, когда мы плакали вместе, смеялись вместе и общались друг с другом. Я никогда, никогда не забуду». Листья, лежащие на снегу и сверкающие на солнце. А затем...
Это же мой диктофон. Я потеряла его в тот дождливый день. Почему не вернул мне? Сегодня 30 число, пятница. Всего в УСУ 7 частных домов престарелых. Сейчас они пока не полностью заселены. Нужно проверить разницу в цене и их условия. Сегодня 28 число, среда. Сегодня нужно написать отчет про ветклинику и Вэнь-Вэнь. Хотя между ними вражда, но собака не виновата. 27 число, вторник. Перевести за аренду, оплатить счет Ли Хуэй за свет. Закончилось ее любимое пиво. Магазин проводит акцию, надо купить ей. Это информация для интервью в 15:00. Сегодня первое. Начало нового месяца. Неожиданная встреча, а на улице льет дождь. Запомни, в следующий раз, когда пойдет дождь, надень резиновые сапоги. Сяо Жень. Таян спит? Сяо Жень, переночуй здесь. Я попросил домработницу убраться в твоей комнате наверху. Там новые простыня и одеяло, а еще ухаживать за детьми, но... Не знаю, что делать. Если Таян проснется завтра утром и будет искать Линзуна... Хорошо. Я пойду спать. Доброй ночи. Хорошо. Чисти аккуратно. Верхний ряд. Не забывай верхний ряд. Утречка. Доброе утро. Вы так рано? Сели на самый первый поезд. Боялись, ты не справишься. Ничего. Вы завтрак приготовили, а мы купили. Съедим вместе. Папа, тетя Фейер! Малыш! Проснулся? Скучал по мне? Давай, посажу тебя. Садись сюда. Хорошо? Сколько же тут вкуснятины. Вы булочки купили у Джана? Да, купили, проходя мимо. Это трудно далось. Такая длинная очередь. Сяо Жень, какую хочешь попробовать? Таян, попробуй. Это жареные булочки, очень вкусные. Попробуй. Медленно. Ну как? Кушайте. Ну что, решила семейные проблемы? Они будут вечно беспокоить меня проблемами. Но я кое-что поняла. В жизни у всех свои невзгоды. Их нужно преодолеть. Они должны выяснить, как им лучше жить. Я принимаю, что родилась в такой семье. Но теперь я буду жить только для своего блага. Кстати, мне не нравились цветы в тот раз. Но когда я пришла сегодня, то поняла, что эти цветы правда радуют глаз. Сяо Жань, как будешь свободна, научи меня выращивать их. Конечно. Я буду занята несколько дней, провожу экологическую экспертизу на горе Линлун. Отведу тебя на цветочный рынок, как закончу работу. На горе Линлун? Из-за перелетных птиц? Когда мы были на горе в прошлый раз, мы сфоткали многие виды редких птиц. И хотим сделать серию репортажей. Послезавтра будет интервью насчет дома престарелых. После обеда занят? Конечно, нет. Буду ждать тебя.
Люди окружили озеро. Что случилось? Думаю, вызвали спасателей. Там репортер упала в озеро. Где она была? В той стороне участка. Точно, репортер упала в озеро. Цяужань, отойдите. Кэ Цяужань. Что он делает? Он не умеет плавать. Скорее, спасите его. Отойдите.从前那个路口，孤单的人一直在等候，最怕那一句不过是朋友，转身后有许多借口，在时光里又回头，想记忆路口，我寻觅过太久，找回最初是我欠你的等候，想和你的以后不再孤单漂流，如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右，我们不放手。Thank you.